13 июня в Московской области граждане обязаны носить маски и респираторы. Это требование относится в том числе к общественному и железнодорожному транспорту, а также к легковому такси. Вместе с волонтерами соблюдение масочного режима на транспорте проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он призвал водителей и пассажиров выполнять действующие санитарные требования.